Знаменитая Чолмужская коса в Медвежьегорском районе в разгар туристического сезона выглядит удручающе. Об этом в социальных сетях рассказали местные жители. Они поделились кадрами. Везде горы мусора, грязные туалеты, срубленные и обмотанные пленкой деревья. По словам местных, каждый год осенью и весной на территории наводят порядок. Но летом, после стоянок туристов, история повторяется. В комментариях на жалобы отреагировали сотрудники Минприроды республики. По их информации, коса не входит в состав особо охраняемых природных территорий и относится к землям лесного фонда. Чиновники посоветовали сообщить о нарушении Медвежьегорское центральное лесничество.